Ну, он был, короче, так сказать, мастером, вот, а я был рабом. Вот. В смысле? И, да, вот, ну, типа, вот, вот такого фетиша. То есть главное в этой сфере понять, что мужчина хочет, и дать ему то, что он хочет. По одной минуте, и ты можешь зарабатывать свои, как бы, деньги за минуту. Но самый длительный мой чат длился 9,5 часов. Ого! Интересно, это было один раз или это постоянник, который может приходить и каждый раз так долго чатиться именно с тобой? К счастью, мне тогда очень повезло, потому что мы чатились 9,5 часов, потом мы чатились 7 часов, потом 6, опять 7, и несколько раз это продолжалось. В общем, как повезет тут уж, да. На разные темы? Абсолютно на разные темы. Это может быть как и любимая их тема о политике Трампа. Ого! Так и, например, погода. Банально. Тренер, доктор, дочь, сын. То есть вселенная. Ого, даже такие есть. Да. То есть это чат обычно. Это обычное общение с человеком. Тут нет чего-то особенного. Если ты общаешься с человеком, тебе это приятно и комфортно, и ты можешь сделать так, что и человеку, и мужчине будет приятно с тобой общаться. Он будет приходить к тебе в чат, и ваши чаты будут длиться дольше. То есть здесь не нужно себя заставлять чатиться. Просто важно понять, когда, о чем, с кем, и найти общие интересы. Для того, чтобы найти общие интересы или заинтересовать его, лучше всего смотреть его профиль, спрашивать по его профилю максимально много вопросов. Он поймет, что ты заинтересован в нем, заинтересована девушка в нем. И чаты будут продолжаться и продолжаться. Он будет тебе что-то рассказывать. В этот момент ты у него спрашиваешь более детальные вопросы. В общем, это может продолжаться до бесконечности, пока не закончится смена. То есть элементарная психология. Если хочешь, чтобы человек интересовался тобой, нужно интересоваться им. Абсолютно верно. Он будет понимать, что ты заинтересована, и захочет показать тебе: смотри, какой я. Я еще вот так могу, я еще и это умею. А ты такая: вау, вау, класс! Ты такой классный! Мужчины мечты. Рекорд был 8,5 часов с мужчиной. Вот. Но я тогда работал, получается, днем, а потом еще приехал на смену и в ночь работал. То есть я днем с ним пообщался, а потом приехал на работу, он опять зашел. То есть 8,5 часов. И о чем вы общались? Ну, он был, короче, так сказать, мастером, вот, а я был рабом. Вот. В смысле? Да, вот, ну, типа, вот, вот такого фетиша. То есть главное в этой сфере понять, что мужчина хочет, и дать ему то, что он хочет. И все. То есть, это очень легко, он тебе пишет что-то, да, и ты говоришь: да, мой мастер, и все, там 8,5 часов. Ага. Have you been searching for a beautiful wife? Do you dream of meeting the perfect woman, but haven't found her? Well, imagine if there was a simple way this could all change for you. Imagine if there was a Canadian marriage agency that would introduce you to as many beautiful women as it takes until you find the one. Ukraine, a lost world of beautiful traditional women. At last,
a place where you can find the beautiful wife you have always dreamed of. Every Ukrainian woman dreams of having a happy family. Now you can have a traditional beautiful wife from Ukraine, creating happy family memories forever. So what are you waiting for? Register right now and Skype our beautiful ladies completely free. So what makes us different, you might ask? Why not ask Google simply by searching Match Guarantee Reviews.